На канале День ТВ вышел новый выпуск информационной войны, посвященный разбору второго смыслового ряда встречи Путина и Трампа. Предлагаю всем посмотреть, ссылка в описании, и просьба всех моих подписчиков, зайти в комментарии и в случае возможности и необходимости там отметиться. Дело в том, что так получилось, я с интересом наблюдаю за этой ситуацией, что мой стиль, да, и моя там подача, сложившаяся за 4 года вещания в Крыму, здесь приживается, в общем-то, тоже хорошо в процентном соотношении. Но кому-то очень сильно не нравится, особенно из комментаторов, и очень хочется с ними там нет-нет, да и потягаться в дискуссии. Поэтому, если есть возможность, и вы чувствуете, что можете вписаться, то просьба отметиться и в комментариях. Сам выпуск в подписи к ролику. Спасибо за внимание.